Вы думаете о том, что будете делать после войны? Нет, я так далеко не загадываю. Я думаю о том, максимум мои мысли распространились на то, как я буду праздновать День Победы. Вот я точно знаю, что я выпью стакан водки залпом. Я уже пообещал всем своим друзьям в компании, вот мы соберемся, я стакан водки залпом выпью за победу Украины. А дальше мои мысли не идут. Нам надо победить сейчас. Сейчас все должно быть направлено и нацелено только на победу. А дальше будет дальше.